2:30 до 4, вторая половина дня работает. Вода с половиной, да? И можно я попробую? Так, и с утра пару часов. Ну, в принципе, как и во многих стандартных отелях. Ситуация с аквагорками. То есть нет такого, что работает с утра до вечера без перерыва. Да. А электричество зря не моталось, когда никого нету. Так, смотрим. Так, и здесь тут же магазинчики. Примерно 25-26 градусов, не прям так теплая, но 26. Максимум 26, да. В основном, кто здесь? Украина, Белоруссия, Россия. А в большей степени сейчас. Вот как я тоже говорю, что действительно смотришь, когда отели, все с Украины, а все говорят, что у Украины нету денег. А смотришь и диву даешься. Самые дорогие отели Египта заполнены жителями из Украины. Но это, с другой стороны, хорошо. Есть возможность. Но кого-то это даже удивляет. Видела я иногда в отелях Казахстан, в дорогих отелях, но далеко не в таком количестве, конечно. Так, территория среднего размера, на первой линии. Достаточно популярный отель. И наша очередь дошла, его обязательно протестировать.